Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Добро пожаловать на стрим по Escape from Tarkov в патче 12.5. Сегодня был небольшой патч. Ну, точнее, вчера уже, можно так сказать. В котором якобы изменили дальность видимости в тепловизорах. Проверим это. И что-то еще. А, ну, фризы, как всегда, в общем, убрали фризы. Все это мы проверим. Так, что я хотел еще сделать? А, сахар я хотел еще посмотреть. Это уж больно дорого все стоит. Мне кажется, что они не все написали, что они добавили в этом патче, конкретно 12.5.7295. Я почему-то подозреваю, что они там этих оккультистов добавили. Почему-то мне правда так кажется. Поэтому сейчас сбегаем в простой рейдик на берег, просто размяться, а потом сходим на ночной лес. Мне кажется, если они оккультистов добавят, то в лес. По-моему, говорилось, что они будут ночью, насколько я помню. Так, вроде бы тут все готово. Да, запустился я очень поздно, поэтому не знаю, насколько меня сегодня хватит. Я опять до сих пор не выспавшийся. Так, показывает дождь. Такое себе, конечно. В общем, действовать сегодня, наверное, будем так. Если далеко заспавнит, я буду аккуратно двигаться, просматривая все с помощью тепловизора. Ну, это я так планирую, а там посмотрим. А, кстати, время-то как раз-таки ночное было, да? Можно было бы пойти в лес. Ну, в лес я хочу с другим оружием идти, а это сейчас переодеваться. Заново собираться. Посмотрим, может быть, быстренько убьют, так по-быстрому тогда соберемся и пойдем в лес, в ночной. Так, что-то нам уже нашло на заморских серверах.
где убивают сквозь закрытые двери, и где много стреляющих кустов. А тут еще и дождь. Еще и догруз, да? Ну, спасибо вам, ребята. Почему-то у меня кнопка срабатывает направо. Вот я вначале говорил, что если буду далеко появляться, то буду идти аккуратно и просматривать теплоком, да? А делаю все наоборот. Интересно, дождь только начинается или заканчивается? Потому что погода вроде как бы настраивается.
Так, ну кто-то должен же тут быть. Я вроде какие-то звуки слышу, но не совсем уверен. Так, по-быстренькому сейчас проверяем просто основные комнаты. Стоп, а почему здесь стекло разбитое? Неужели моя граната так повлияла? Вообще-то тут обычно только евро появляются. Так, ни выстрелов, ничего не слышно. Интересно. Первый выстрел. Капец,
Так, ну, на этих заморских серверах тут много кустов, которые стреляют. Поэтому то, что здесь в здании никого нету, это еще ни о чем не говорит абсолютно. Ну, почему по 10 раз надо нажимать? Хотя я вот так вот лучше пока сделаю. Ничего туда не видно. А чё так FPS сильно падает? До 40 в прицеле, ну. Ничего не видно туда. Сейчас еще раз перебежку гляну.
Очень неаккуратно я, конечно, действую. Ну, это просто из-за того, что уже все равно убьют, не убьют. Вот здесь вчера меня... Я вот так подошел, закрыл дверь. Начал лутать сумку, и меня убили. Сквозь дверь. Я знаю, что бывает такое, когда смотришь вдали, не отображаются некоторые объекты. Но здесь неоткуда смотреть издали. Здесь только... Скала вот та вот. Давайте покормим его кабачковой икра. Какая вкуснятинка. Ном-ном-ном-ном-ном. Выходим напрямую. Все-все равно.
Так, ну в 301-ю я не пойду. Нет, ЧВКшник объелся, ему тяжело по лестнице вверх подниматься. Ну а на самом деле просто потому что... Ну ВДХ там может заспавниться, нафиг он мне нужен. Так, ну где-то же тут стреляли с этой стороны. Неужели сюда не пришли? Эх, ну а чё ж не карточка, а? На самом деле и отсюда может прилететь. Особенно когда вот здесь вот стоишь, лутаешь. Они на это и рассчитывают. Кустовики. Так, что-то я уже под завязку, да? Так, ну и что сейчас делать? Бежать, сломя голову, на к выходу или тактично?
Даже не знаю, если честно, что делать. Просто бежать на выход. Или попробовать в теплак кого-нибудь посмотреть. Потому что выстрелы-то были, в принципе. Ладно, пойдем без CJ6. Ну, можно вот так сделать. Я просто хочу зайти еще на богатые и посмотреть. Но мне что-то не верится, что здесь никто нигде не ждет. Это все-таки заморские сервера. Здесь всегда кто-то где-то в кустиках сидит. Просто вопрос в том, попадешь ли ты ему в прицел или нет. Нифига, я хочу тебя убить, иди сюда. Вот, уже не зря зашел. Но если, конечно, мне дадут его вынести. Так.
Да ну открой. Что это за ключ такой, который я еще не знаю? Понял. Так. Кто-то тут шелестел. Но я думаю, это боты. Ну или я надеюсь. А долго я, кстати, ходил. Да что у меня кнопка сама срабатывает, алло. Ну что, где, в каком кустике кто сидит? Здесь нету, да? Давай. ЧВК мы не нашли. Жалко. Зачем я вот это таскал? Можно было бы выкинуть. Можно было бы аптечку оставить. Так, место найти. Ну ладно. Это у меня барахла. Когда я его собираюсь потратить, я не знаю.
А чё, я на продаже ничего и не вынес, да? Оставлю ключик. Так, я тут сделал бардак, теперь мне неплохо видно. Так, двух не хватает вот таких. Двух вогов. А так тут мне вообще нечего продавать. Можно было бы вот это и выкинуть. Ну ладно. Женщина, держите. Как же игра тормозит, это просто ужас. Это просто какой-то ужас. Так, что я говорил, мне надо воги. Да. Сколько сами гранаты-то стоят? Они, по-моему, тоже где-то так стоят. Сейчас посмотрим. Что? А это moving error? Да ладно. А что, где? Странно. И что-то я еще хотел. Ну, не помню. А, у медички бинтик. Яичку. Так, ну что там по времени? Ночь уже прошла давным-давно, да? Ну и ладно.
Так, убираем М-ку. Берем вот так вот. Шлем, наверное, здесь надо бы сменить, да? Так я не знаю, хватит мне столько. Давайте еще один на всякий случай. Патроны можно было бы и купить. Или взять вообще без забрала. В принципе, разницы в лесу там особо-то и не будет, я думаю. Так, один CG6 пускай будет. Я вот думаю брать паракорд. А возьму вдруг. Пригодится. Так, без забрала я не знаю, как будет насчет картинки. Возможно, будет пикселить. Но это не точно. Попить можешь с собой что-нибудь взять на всякий случай. Лес все-таки.
Вдруг затянется каточка. Вот такую вот баночку с собой возьмем. Я бы и броник поменял, бы взял бы какой-нибудь другой. Хотя в этом более мобильный. Более эргономичный. Ладно, все, идем так. В общем, я почему-то думаю, что должны быть культисты. Или как они там называются. Так, ну сейчас дистанцию тепловизоров уменьшили. Я надеюсь, правда уменьшили. А то до этого было так, что в лесу через всю карту практически видно было. Там попасть это уже другой разговор, но видно было практически через всю карту. Так, и опять на заморские сервера. Неужели на европейских никого нету? Так, ну, тут все с теплаками. Кстати, блин, мне надо было другой глушитель нацепить. Вот этот... плохой который, но дорогой. Можно было бы даже, если что, еще и квест поделать. В общем, торопиться я сейчас не буду. Ну и долго на одном месте сидеть тоже нежелательно. А вот ключик штурмана я забыл, да? Эх, досадно.
Ну да, ночью тут и не пахнет. Ну, по-моему, да. По-моему, не так далеко сейчас видно. Так, ну это был простой ботецкий, я так понимаю. Надо было, наверное, простой прицел тоже с собой взять. Балдай. Заодно и просмотрел территорию, куда нельзя ходить, да? Так. Кого-то слышно. Ну тут вообще хоть и дождь, но видимость довольно-таки неплохая. В принципе, можно было бы взять нормальный прицел. Я что-то подумал, что все равно ничего видно не будет.
Ой, это птичка, блин. Я уже подумал, кто-то на скале. Так, где-то тут еще бот. Скалу-то надо прочекать. Да кого-то там мочить собрался, алло. Где ты вообще там? Так, быстро, быстро, быстро. Вон там кто-то сидит, да? Нет? Я просто так себя выдаю, да? Кого-то справа слышу. Блин, ну где ты? Где ты? Где ты? Блин, это был челобот.
Так, надо дождаться немножко, чтобы начало темнеть. Он где-то здесь, рядом. Опа, а что это такое было? Не понял. Чё меня так сбрасывает? Мне кажется, он куда-то вот в сторону туда, в общем, туда вот, где выход через паракорд, куда-то он туда ушел. Ну, попасть же я по нему должен был. Да черт бы тебя побрал. Вычислил он меня быстренько. Мне надо, чтобы стемнело.
чего он там такого стрелял, интересно? Но это был тот же самый, который по мне стрелял. Броньку неплохо покосил, но он и в первый раз попал. Я думал, кто-то сидит вдалеке, а это попадание. Так, и где он? Его я нашел. Но надо осмотреться для начала. Или чё? А где, кстати, он? Так, вот есть попадание. Я его хочу найти. А, вот он. Ничего себе ты спрятался. А, так это, кстати, стоп. В этой шляпе, да, это которого я видел. Восьмидесятками, да? Ну, это меня и спасло, в принципе. Это значит был не челобот, это вот этот парень был, которого я с самого начала видел.
Так, ну, наверх лезть уже смысла нету. Какой-то странный звук у ВПОхи был. Я почему-то думал, что это что-то глушенное. Ладно, снайпера вроде как бы нету. Мне интересно, он появился на этой стороне, на моей, или нет? Вот это, блин, погодка. Да, если тут есть штурман, он меня сейчас с пару тычек убьет. У меня брони осталось мало. А что-то я тут вообще никого не вижу. Вот сейчас как раз можно было бы тайник штурмана полутать. Но я не взял ключик. А где боты?
Черт бы, блин, тебя побрал. Ничего себе. Ничего они так в темноте видят. Блин. У меня брони-то не осталось. Ну и где он? Да в смысле? Алло. Так, ладно, мне пора уже на выход.
5 минут. А зачем я гжельку взял? Пацаны, окружаем его! Четыре минуты. Так. Я Меченку смогу найти? Вряд ли, да? Ладно, по-моему, надо сваливать отсюда. Так, я вот так сделаю. Пускай она мне потом вернется. Стоп, стоп, стоп. Ладно, хватит. Снимаемся, сколько уже можно? Ох уж этот дождь. Наверное, в дождь надо вообще наушники снимать, от них все равно смысла толком-то и нету. Ну, как бы есть, да, но мне так бьют по ушам. Так.
Ну, только боты и один ЧВК. Которого я сначала, кстати, принял за челобота. Кстати, да, 80-ками логичнее стрелять, чтобы не палить самого себя. Хоть они и поменьше урона наносят, но... Так я не очень сейчас пишу. Немного надо дать ушам отдохнуть от этого дождя. Сейчас еще походим. Я только на пару минут сейчас отойду.
Ох, нет, спасибо. Было бы у меня сейчас там 53-54 или 50, но разница в цене уж чересчур. В принципе, да, в принципе, и 80-ки должны убивать. Ну, тут у меня сейчас вперемешку 62-й и 80-ки. Так, сейчас я на несколько минут удалюсь и пойдем опять в лес.
Так, все, я вернулся, и мне тут пришла одна идейка. Мы пойдем на резерв. Давно я там не был. Я не знаю, нужен мне там Валдай будет, нет? Надеюсь, что нет. И одену ПНВ. Не очень хорошую, но тем не менее. Так, ладно, этим я потом займусь. Здесь что у нас? Здесь у нас броня. Где мои эти ПНВшки? А вот они. Так, броню, если что, я скину. Можно было бы, кстати, вот это одеть. Но здесь вообще плохая ПНВ. А эту за 1500 баксов не хочу я одевать. А ну-ка. Да, пойдет. Только туда, конечно, можно рюкзак взять, наверное, другой. Давайте-ка, наверное, так и сделаем. Кстати, надо было бы вот эту, наверное, броньку забрать. Ну ладно, в следующий раз. Ой, в общем, сделаем вот так. И вот так. А он единственный все равно, так что... Хорошо, что я по порядку не выискивал. В общем, ПНВ на тот случай, чтобы заходить куда-нибудь там в здание. Так, шинка есть, медицина есть, гренки есть. Что-то можно спрятать. Давайте вот это спрячем. Ну и все, пойдем гулять. Теплаки мне не жалко. А собственно, как и все остальное. Все равно у нас скоро вайп должен быть. Тем более у меня их много. По-моему, я то ли 21, то ли 31 насчитал, забыл. То ли 21 штука, то ли 31. А, кстати. Вот, что я еще хотел сделать, извиняюсь. О, будет похуже характеристики, ну и фиг с ним. Зато если вдруг убьется ЧВК, попадется ЧВК. Я, конечно, это мало рассчитываю, но тем не менее. То может засчитаться квест. А медичка дорого берет за страховку так-то. Стоп, я кое-что забыл.
По-моему. Чинилку, по-моему, я забыл. Я же ее выкладывал, чтобы поменять рюкзак. Положил назад или нет, не помню. А без нее очень плохо. Вот, не положил. Так что не зря вернулся. Два часа ночи. Ну вот, хоть под конец этого патча погуляем на ночных локациях. А то мне эти ПНВшки валяются еще... Ох, не знаю, с каких времен. Полгода уже где-то прошло, наверное. Я их довольно-таки рано, где-то там в начале, после патча. Еще когда на таможне делал квесты. Некоторые квесты делал ночью. А ночью у снайперов они нет-нет попадаются. И вот с них я снимал. Два штуки точно я со снайпера снял. Про третий не помню. Интересно, на европейский сервер закинула. Дождик бы закончился, было бы неплохо. Заметили, да, что я плохо стреляю одиночными? Поэтому, собственно, я и не очень люблю пользовать такие вот ДМРки, которые стреляют только одиночными. Я вот так вот у некоторых, у других смотрю. Вот они вот с этой М1 стреляют одиночками с такой скоростью, что там... По-моему, быстрее, чем автоматика у СА-58. Но это уже явно макросы.
Не понял. Где это было? Блин, вон он побежал. Вот у меня кнопка направо сама по себе зажимается. Глушак где-то работает. Может, хватит зажиматься, а? Что там светится? Так, ну купол я не вижу. Тут вот сзади где-нибудь может сидеть еще снайпер. Блин, эта птица напугала меня.
Так, это лампочка. Мне кажется, на куполе кто-то должен быть. Я забыл поесть, попить, да? Ну, пристрелят меня, конечно, скорее всего. Так, тут нету ничего больше попить. Так, вот там кто-то стоит. Но мне его неудобно. Стоял, уже нету. А ну-ка. Что-то оно сильно рябит.
общем, рейды такие получаются. Просто погулять, пошариться. Разведданных нет. Если что, они вот здесь вот спавнятся. Вот здесь спавнится какой-то ключик хороший, не помню от чего. Что это там? Почка, что ли? Я не знаю, сбегать на перрон на Меченку, нет. Я вообще-то не особо за лутом хочу, но просто могут появиться доки, а в доках... Может быть красная карта. Вот если бы я нашел красную карту, тогда можно было бы сходить... на лабу. Так, ну вот там я точно кого-то вижу. Так, это лут там лежит или кто-то? Нет, это, наверное, лут. Thank you.
Так, появился какой-то противник. А мне нужна дистанция. Я не понял, у меня что? И так знает, где я нахожусь. Время еще много. Но он явно тоже с теплаком. Мне бы где-нибудь какую-нибудь лежачую позицию занять. Но здесь плохо, да? В ближнем бою я проиграю 100%, потому что я не могу быстро тапать. Так. Надо как-то мне его... перехитрить, что ли. Только вот как... Первым уйти на купол.
Так, ну раз я тут купол не вижу, то по идее и меня не должны видеть. Ага, это где? Я не пойму, я свои шаги слышу или нет. Так, надо накопить стамину на руки. А она что-то так долго заполняется. По-моему, без этого мне лучше будет, да? Да. Можно побыстрее как-нибудь? Не, ну да, они поправили теплак. До этого было бы видно туда, на купол. Так.
Блин, а отсюда уже купол видно. Стамина очень быстро уходит. Это может быть босс. Так, стамины у меня не осталось. А время 20 минут. Такое себе. Не понял, они еще и тут где-то. Так, сейчас рассветлеет, и они меня будут очень хорошо видеть. Вот в том здании точно есть. Здесь тоже фонарик светил. Что интересно с этим чуваком? То, что там стреляло, это был не он.
там заныкался? Так. И кто это у нас, интересно, стрелял? Я не знаю, как мне к ним подобраться. Но меня спалили. Значит, они могут сейчас уже сюда прийти. Эх, знать бы с самого начала, что у нас тут босс.
Так, ну в окнах они не маячат. Что-то мне кажется, это ЧВК был. Не знаю, во что я там стреляю. Но время осталось 9 минут. Что это такое там? А, это труп возле машины. Стоп, а я в бронике, да. Ну хотя у меня есть место, куда его скинуть. Блин, а как они меня видят, по мне стреляют, а я не вижу никого в теплак.
Снимаемся. Сколько уже можно, блядь? Ну да, по убийствам так себе, конечно, мало кого убил. Но лично мне нормально интересный был рейдик. А, так я двух из свиты убил. А, ну да, одного которого залутал. И одного, видимо, на улице. Поздно я узнал, что они там вообще есть. 21, вот он у меня есть. И это, по-моему, один из ключей, который ничего не открывает. Но это не точно. Стоп, у меня же тут где-то есть. Да. Так, я не спешу, потому что я хочу еще в ночную каточку сходить. Вот примерно с такими калашками будем бегать после вайпа. Вот эта штука, вот это цевьё, я как понял, на первом уровне продается. А раньше такого не было. Ставить бы эти магазины, но ладно, мне их вложить некуда. Так, где тут у нас? Лечиться не пришлось, да?
Блин, сколько у меня еще оружия? Это просто невероятно. Может, какую-нибудь вот такую вот пугалку брать на всякий случай, как второе оружие на ближний бой. Так, это у нас в пятом. Да, ладно. Буду знать. Вот интересно, кто по мне все-таки стрелял под конец? ВК или эти свита? Ну или босс? Хотелось бы знать. Ну для ЧВК в принципе поздновато, уже там в сторону выхода надо двигаться. Так, сейчас, я думаю. О, кстати, а ну-ка. Один из 20. Но засчитывает. Вон еще сколько квестов у меня не сделано. Кстати, вот этот можно было бы поделать. Заодно с СВД пострелять. Это просто надо со снайперкой ходить. Все это я буду делать в следующем патче, ну, после вайпа.
Вот эти вот я ненавижу. Дробашом. Стоп, а этот откуда у меня появился? Я же его делал, алло. Интересно. Силы у меня ни одного раза нету, просто это квест появился поздно. Я его в начале патча довольно-таки, ну не то чтобы часто, но периодически я его убивал, ходил фармить эти хроники. У меня до сих пор еще есть, найденные в рейде. До сих пор еще валяются в схроне. Так, а почему? Я почему-то думал, что я этот квест на убийство ЧВК ночью сделал. Или это какой-то один из нулов. Или это у меня с прошлого вайпа в голове сидит. Тогда я точно помню делал. Мучился. Тоже 30 ЧВКшников. А время это... Не так уж и легко всегда подобрать. Да, во-первых. Во-вторых, все равно основная масса ЧВК ходят, когда светло. Кстати, ОФЗшки, по-моему, стали подешевле немножко стоить.
Так, я не спешу. Если кто будет вдруг смотреть, пересматривать, то просто перематывайте. Сейчас просто никого нету, я один, поэтому могу себе позволить не спешить. Сейчас дождусь самогончика, чтобы запустить следующую бутылочку. Вот куда пойти, еще не решил. Можно было бы еще раз, наверное, на резерв. Ну, резерв или лес. Мне интересно, мне почему-то кажется, что культистов добавили. Это какой-то странный патчик. Только поправить теплак, теплаки. Ну и устранение призов. Устранение призов это в каждом патче стоит. Мне кажется, этих культистов добавили. Конечно же, это не точно, но возможно. Так, а зачем у меня здесь? Вообще, наверное, вот эту я возьму. Так, ну и можно, наверное, отправиться еще в один рейдик. Как раз тут уже должно темнеть. Чё себе как быстро нашло. Сейчас, наверное, еще и догруз будет. Так, ну в этом рейде меня точно убьют. Чувствую прям местом, на котором сижу.
Я думаю, тут кто-нибудь заспавнился. Я хотел бы вокруг всей карты пройти. Так, а почему FPS так падает? Если что, я не лутаться. Так. Тут же где-то есть место, где видно, но я его пропустил, да? Ага. Не один я тут такой. Так, кого-то я там увидел. Где-то сидит какой-то снайпер. Так.
Так, кто-то у нас сюда, в общем, пробежал. По-моему, там кто-то есть. Так, где стреляют? Его.
Так, ну сейчас уже челоботы должны подтягиваться, в принципе. Плюс снайпер у нас где-то там есть. Я думаю, он где-то на вышке засел. Так, отсюда уже, да, отсюда уже не видно чупик. Надо бы, наверное, патрончиков подзакинуть. Кто-то подфризивает. Так, где бы мне патрончиков закинуть? Так. Так, нафиг мне эта СКС-ка не нужна, только вес она мне делает. Не понял, во что это я тут стреляю. Надо стамины накопить на руки. Блин, как же оно мерцает, это просто ужас.
А, так тут залутали. И ту комнату там залутали. Так, эти выстрелы неглушенные были похожи на М-ку. Ага, эту сумку проверили. Я почему-то следу иду, получается. Да, вот там вот на крыше, если кто-нибудь засядет, толком-то и не видно. Она вся засвеченная. Так, где-то он еще тут недалеко. Судя по всему, у него тоже теплак. Блин, он уходит все дальше и дальше.
Я не знаю, вроде бы похожие были выстрелы, но вряд ли это он. А нет, вот он, да. Надо было магазины взять. На 74-ку. Стоп, а что у него на голове было? Понял, он даже без ПНВ. Видимо, он здесь уже пособирал, здесь модули всякие спавнятся. По-моему, я там кого-то слышу. Петух.
Так, где-то у нас еще был снайпер. С глушаком. Скорее всего, и с теплаком. Хуйлово, хуйло, конец тебе! Мысли, блин, а чё ты сюда припёрся-то, а? Так. Я вроде пока ничего не слышу, поэтому спокойно стою. Вот это я и искал. Так, ну я не знаю, пойти сходить на коней. И снайпера надо бы поискать. Хотя он, скорее всего, уже куда-нибудь на купол сместился. Так, ну на той вышке вроде бы нету. Мне интересно только та комната, где УФЗшки спавнятся. Больше ничего. Так, а тебя кто убил? А, это я сюда, по-моему, стрелял, да? Кстати, верхняя дверь закрыта.
нету ОФЗ-шек. Ой, так уже 16 минут осталось, ничего себе. Кстати, мне тут надо место для броника. Ну вот, Патрик, если что, скину. А разведданных нету, ну либо их залутали. Сидим. А, это от которого я до этого, да, убил? Так, ну больше выстрелов я не слышу. Я не знаю, что
что с тем снайпером стало. Здесь кто-то был. Я бы тебя взял, но некуда. Знаю, полутать их нет. Да нет, вряд ли тут их полутаешь. Он следующий идет. Сейчас все сюда стянутся. Ладно, короче, я думаю, тут уже делать нечего. Посох, к сожалению, в этот раз не нашли. Да блин, там еще боты. Да ну их нафиг, короче. У меня тут еще снайпер где-то вообще-то был.
Так, пора сваливать. Так, ну ладно, на этом сегодня все. Это был крайний рейдик. В принципе, прикольно вот так вот. А, кстати, надо же еще снять, чтобы выйти. Сижу здесь уже такой. Прикольно вот так вот ночью погулять. Правда, мне интересно, что в прошлом рейде ЧВК без ПНВ, без теплака. Что в этом рейде тоже без ПНВ, без теплака. Как они просто так ходят гулять? Тем более перед вайпом-то. А, кто-то нам Лукаса поставил. Спасибо большое. Если что, добрый день. Нифига себе, ботов накрошили. Я даже не заметил. Так, ладно, разгребать я все это буду потом. На сегодня пока что все. Не знаю, может попозже еще запущу, посмотрим по настроению. Сейчас надо покушать, кофе попить, детей разбудить. Но если попозже не запущу, то завтра обязательно где-то в это же время. Буду вот так вот периодически менять карты, то на одну, то на другую. Ладно. Спасибо за просмотр. Пока-пока.